Всем привет, друзья! Сегодня мое видео будет посвящено вот этой красотке. Роза гибискус, красная, махровая. Я ее подстригала 2 недели назад. Видео будет друг за другом. Видео вышло вчера, но между этими 2 видео 2 недели. Пеньки подсохли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пеньков у меня получилось. 7, 8. Но что тут интересного за 2 недели произошло с этой розочкой? Посмотрите, весь ствол, вот основной, он весь в побегах. Все почки проснулись. Нижние, вот эта листва нижняя, она тоже увеличилась в размере, подросла. И новые листики дает. Ветки тоже активно просыпаются, почки. На этой тоже. Где она? Вот она. Тут сверху молодые тоже почки пошли. В общем, я очень довольна, как она себя ведет. Пересадка будет у меня быстрая. В принципе, в этой пересадке ничего нового нет. Вот такой горшочек я ей приготовила. Да, горшочек небольшой, но тут минимум будет грунта. И я подобрала глиняный, специально взяла глиняный. Гибискус хорошо пьет, боится пересушки, сразу сушит листики, скидывает. А в глиняном горшке влага держится лучше, дольше, и пересушка не получится. Так, присыпем дренаж грунтом чуть-чуть. Освободим розочку. Аккуратненько не сломать тут почки. Боюсь вертеть. Сейчас мы ее освободим маленько вот так. Так, дренаж убираю. В принципе, это будет перевалка. Ой, как тут все сросло. В маленьком горшочке было дренажа много. Вон он где далеко. Сейчас я его выковырю. Все вроде. Маленько старый грунт вот тут вот уберу, чтобы нового подсыпать. Так, ну, достаточно. И теперь посадим.
вся посадка. Не стала я ей большой горшок давать, а то вымахает здоровая лошадь. А так будет аккуратненький цветочек. Где тут почки-то не снести, почки, которые уже пошли в рост. У меня вторая есть розочка гибискус купера. Я его еще не стригла, он цветет. Тоже подстригу и также в такой же горшочек посажу, в одинаковых будут сидеть. Красивые такие будут. В общем, хорошо себя ведет. Дал побеги. Результатами стрижки я довольна. Вот молодые какие. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Ставим нравлики или классы, или лайки. Пока-пока!